Так, и всем, друзья, привет. Надеюсь, видео записывается. Как вы видите, я играю за госслужащего. Спецназ поддержка. Сейчас мы что, пойдем посмотрим, как все живут. Сейчас поменяем вид. Бум. Так, ну что, погнали. Посмотрим. Людей будем останавливать. И как, ну, кого угодно. Кто попадется нам на пути, надеюсь... На меня никто нападать не будет. Так. Угу. Пока никого нету. Че, все по домам, что ли, все-таки разошлись? Понятно. А вот, все, сейчас могу всех арестовывать. Лицом... А, блин, муж вспомнился. Да, конечно, за мной. Следуйте за мной. За мной, за мной. Так надо было сразу. Следуйте за мной. Так, лицом к стене сказал. Стоять. Лицом к стене. Я начну сейчас стрельбу. Вы следуйте туда, туда идите. Все, давайте за мной. Все, вы пришли. Вы тут можете находиться спокойно. Лицом синий раз. Лицом синий два. Лицом синий. Заколебали. Кто следующий пойдет? Так. О, какой час от меня? Бум-бум-бум. Ну, сейчас, походу, чё, может, жалобы поразбираем. Давайте пока жалобы поразбираем. Привет. Ну смотри, если ты находился во время комп часа в мэрии, тебя могут арестовать за то, что ты находился в мэрии. А в билд-зоне? Я просто послушалась в мэрии. И тебя арестовывают за то, что находился... Угу. Можешь примерно показать, как она выглядела? Давай, конечно, заходи. Ну вот, короче, друзья, сейчас мы чё, я отключу захват экрана и играем. Так, мы заходим, бум. Я тут, конечно, все же замажу. Так, давай, сейчас позвоним. Если он в сети будет, или на фасте он сидит. Здравствуй, ну давай, показывай. Я потерялся. Да. Сейчас, здорово. Да, да, не теряйся, конечно, но давай. Покажешь. Все, экран. Я лучше меня здесь экран смерти не появился, иначе попал. А что у тебя? Ну вообще. Подожди, пока не видно. Давай. Вот все вижу. У меня что-то эхо. Сто... У меня эхо у тебя. Чек. У меня эхо. Ну ладно. Она по... Вот такая, да? Угу. Она дверь закрывается? Ну, к тебе забежали, тебя арестовали. Угу. Ладно. Последний человек, который арестовал. Хорошо.
Итак, друзья, продолжаем захват. Надеюсь, тут все будет. Да, видно. Ура. Сейчас, подожди, я вот это на последнего человека. Так, сейчас мы, друзья, что берем? По логам сейчас посмотрим. Ой, капец. Угу. Блин, давай. Полиция. Тебя, походу, наборный администратор арестовал. Он ТПС все, ладно. Так, ты где? О. Данный чувак жалуется за то, что ты его арестовал когда, в халупе, в котором находился. Да. Халупа, у него крыша, крыша просто открыта. Без препятствий попасть можно. А чё, перепрыгнуть что ли можно? Ну, типа, у него даже двери там не было, даже его, даже его туда не было, зашел спокойно в его халупу. Ну да. Ну, у него и дверь была, все есть. Сетка есть. Чё, какая дверь была? Я беспрепятно на его территорию попал. Какую заготовку, не знаю. Прочитай сначала, у него даже крыши не было. Ну, с этим я согласен, крыши не было. Но ты... Сейчас я... Могу, ну, если хочешь, я могу, конечно, сам поискать. Чтобы точно сказать. Ну хорошо. Так, нахождение на первых посадок халуп будет считаться. Ваш минимум для избежания ареста — это стены, как крыша и закуток. Крыши не было. Я мог беспрепятственно пропаркурить к нему. А как вы могли к нему пропаркурить? Там ничего особо не было. Там только дверь открытая была. Чисто тупые вопросы, я мог к нему через крышу от спауна вот на месте, прыгнуть к нему, получить урон, но оказаться у него типа. Минимум для движения ареста крыши. Крыши не было, был арестован, все. Не знаю. Жалобу закрываю. Возвращаю вас всех обратно. Вы можете быть свободны. Я просто подумал, ты наборный, просто есть такой один наборный человек. Нет, я снялся. А ты чё снял? А ты чё? А чё ты снялся? Я захотел так сняться. Я-то и думаю, вроде ты наборка, думаю, сейчас тебя не тэпну, решил позвать. Ой, блин, я его не туда ретурнул.
Где покажите, пожалуйста. Вот в этом, не так. Хорошо. Сейчас посмотрим, как кого там убивали. Да, вроде никого. Там вроде никого нету. Встаньте лицом стеночки, пожалуйста. Проверка. Свободен. Блин, опять вам час отменили. Ё-моё, сейчас опять идти. А, ничего, блядь. Сорян, не могу. Извините, что за вопрос? Нашинули покупать профессию. Нет, такое делать нельзя. И кстати, если вы будете предлагать настоящие уже деньги, за это будет предусмотрено наказание в виде бана и очень большого. Но про игровые тоже не советую, так как могу тоже пожаловаться. Там тоже пункт предусмотрен. Не за что. Возвращаю вас обратно. Ду-ду-ду. Там много лис. Здрасте, в чем жалоба на НРП? Угу. И что дальше? Угу. Дальше. Ой, подождите, извините. Сорян, сорян. Я уже думал, все, извините. Как он, ну, просто подошел и начал грабить. Угу. Дальше что? Что дальше? То есть он раскрыл свою преступную деятельность, я так понял. Угу. Дома только вы один были. И после этого он вас убил? После этого он вас убил или нет? А у вас подтверждение есть этого всего? Демонстрация? Есть? Угу. Последний человек, который вас убил. Хорошо, сейчас посмотрим.
Ну, друзья, я, конечно, понимаю, могу отменить жалобу, но все равно как-то хочется людям помочь. Здрасте, на вас жалоба. Жалуются то, что вы за наемного убийцу сказали то, что за его убийство дают 10к, то есть вы раскрываете свою преступную деятельность и потом его убиваете, так понимаю. Такое было при виде людей, да? Мне придется тогда жалобу отменить, так как ничего такого не вижу. И тем более демонстрации нет, чтобы подтвердить это все, что кто-то видел. Ну, смотрите, если... Нет, он... Если он это сказал, после этого убил вас, то вы никому ведь не можете рассказать, что он это вам говорил. Он же вас после этого убил. Не отпустил же. А на улице кто-то был в то время? Ну я демонстрации нету, мне придется жалобу закрыть. Возвращаю вас обратно. Я усаживаю, возвращаю обратно. Ой, друзья, не знаю, сейчас сколько видео уже идет, но надеюсь, нормально. 20 минут, прикольно. Так. Ну, короче, у меня сейчас башка раскалывается. Это капец. Ладно, друзья, будем на этом заканчивать. Всем удачи. Пока. Пока.